Почти все регионы Казахстана в зоне высокого риска подтопления. Такой прогноз озвучили в Казгидромете. По сообщениям синоптиков, это связано с потеплением, таянием снега и возможным выпадением осадков. В эти дни угроза наводнения возникла сразу в нескольких населенных пунктах Жамбылской области. Сейчас в регионе активно ведут противопаводковые работы. Исмаил Алтышев передает. К возможным паводкам власти региона решили подготовиться заранее. К работам привлекли около 300 военнослужащих и задействовали спецтехнику. На месте возможных подтоплений солдаты и офицеры в режиме нон-стоп укладывают мешки с песком и укрепляющие материалы. Как мы можем отказать местным жителям? Это наш гражданский долг. Не задумываясь, мы выделили количество личного состава, который необходимо, технику. И видите, совместно с МЧС, совместно с местными органами власти, третий день уже не отдыхая, работаем с ними совместно. Тем временем сотрудники департамента ПЧС с помощью спецтехники продолжают откачивать воду с опасных участков, пока военнослужащие усиленно уплотняют грунт, чтобы не допустить прорыв скопившейся воды к жилым домам. Военным спасибо, они сразу откликнулись на нашу просьбу. У нас была угроза подтопления воды. Наши села Кулан. Молодцы военные наши. Огромное им спасибо. Между тем, как сообщили в региональном ДЧС, риск подтопления населенных пунктов в Тура-Расколовском районе области все еще сохраняется. Однако, несмотря на возникшую угрозу, ситуация под контролем спасателей. Исмаил Алтышев, Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко, телеканал Алматы, Жамбылская область.